заходим все. Да кто вышел, все, я сейчас убью. Заходим, заходим, заходим. Да. Пуля, 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 пуля на вылет. Я вас Скайп, зайди, скайп, 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 зайди, скайп, скайп, зайди. Скайп, зайди. Понятно, пацаны сговариваются, вместе играют, все понятно. Так, слушайте, а ну еще раз встаньте в стенки, я хочу еще одну фотку сделать. Все, кто из стенки, давай. С камнем. Ребят, всем привет. Не дай, не с вами Флэш. Давайте, давайте. Только ударить еще раз, я убиваю. Камень упал, поднимайте камень. Ребятки, с вами Флэш. Под чужим ником записался на какой-то ивент. Нормально встаньте, нормально встаньте. Не запрягивайте. Можно позировать, пацаны? А можно позировать? Первый раз присядьте. Первый раз. Побуду в массовке, вообще никто не понимает, что это я. Москва, Чечня в атаке. У меня ник другой. Ребята, какой-то ивент проводят. Пацаны, кто рэп зачитает тому серу, да? Афган, Чечня в атаке, Москва. Тут в углу пацана забили, ну чё? Москва, Москва. Москва, 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 ты где? Москва, ты где? Связи? Чечня на связи. Чечня. Ребятки, ну тут полная вакханалия. Надеюсь, вы сейчас услышите, что я скажу. Минуту тишины, парни. Я думал, что... Все, кто не снял еще одежду, предупреждаю сразу. Снимайте всю одежду, оставляйте только камень. Сейчас начнется мне какой-то ивент. Вообще никто не знает, что это я. Я под другим ником. Ты пешнулся. Тут кто-то уже предлагает, ребят, пойдемте флеша рейдить. Короче, очень много про себя можно послушать. Кто-то серию обсуждает, там последнюю, кто вышел. То, что Хитмана там засветился, этот магазин. Жесть. Очень необычное ощущение. Все что-то суетятся. Это, короче, перед вайпом, ребятки, вот такая вакханалия происходит. Идем за нами, спокойно, парни. Сейчас что-то начнется. Арена у них тут такая. Давайте, давай. Все сюда. Арти. Какая-то арена. Жесть просто. О, лагает, капец. 30 FPS вообще. Слышишь, вот этот дерется. Чип дерется, сейчас скажу, Ник, я видел. Вот этот вот. Май. Майога какой-то. Майога вроде. Так, Арти, Мегуя. Жесть, ребятки, я чисто случайно, я увидел там кидать АТП. Вот такое сумбурное видео, извините, конечно. Мне просто самому все это интересно посмотреть. Именно без привязки ко мне, то есть я как обычный игрок. А потом я вам покажу в конце, что с островом случилось. Жесть просто. Короче, не знаю, что здесь будет происходить. Я прописываю киты. Китфуд прописал, чтобы отхилиться немножко. И сейчас кит нет в виду. Чтобы хотя бы у меня... Потому что, видите, когда ты пешишься, тебя проверяют на наличие всей фигни. И все выкидывает лишнее. Только сейчас можно что-то прописать себя. А, я так понял, тут бои один на один. Тут, короче, бои, это арена. Левый, 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 левый. И тут бои. Один на один камнями. Разыгрывается премиум аккаунт какой-то. А, тут выдают. Выдают что-то еще даже, да? Он мой друган. Мы вместе. Жесть. Так, вроде начало, ребятки. Все, я понял, все, фишка. Играем 3 раунда, то есть смотрите, начинаете. 3 раунда играем. После того, как кто-то кого-то валит, насмерть не убиваем. Поднимаем, теряем его. Играете 2-й раунд. Всего играется 3 раунда или же 2 побед. Офигеть. Побеждает только один. И продолжаем следующий. Ой, даже в расте бои сейчас. Каждому второму дается премиум, пацаны. Каждому второму премиум. Нет, будет финал. Нет, выигрывает один. Будет турнир. Проводится турнир. Да это жесть. Пока тут все переиграют с друг другом, это жесть просто какая-то. Выиграет, короче, у Костомина. Все. Выстрел пошел. Бой. Давайте посмотрим. Бой.
тебя? Кто кинул? Кто кинул? Так, только камнями, да, дерутся, я так понял. Давайте один бой посмотрим, чтобы не затягивать. Рома! 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 Жесть какая-то. Давай, Рома! Ну это бой коллег какие-то. Рома, Рома, сжимай его, Рома! Жесть. Давайте до первого нокдауна посмотрим, и все, хватит этой вакханалии наблюдать, и мне нервы не вытерпят. 300 человек и непонятно, кто выиграет вообще. Есть, все, первый. 6. Вот это, конечно, блин. Рома молодец. Короче, ребят, посидел, я понаблюдал. Понятно, что ору постоянно, вот нашел момент, пока багорит. А кто-то рейд активный. Победитель пары поднимается вон туда наверх. Вон, видите, два уже есть победителя. Вон. А, нет, у не победитель. Там один и второй еще где-то сверху бегает. И, собственно, потом из всех тех опять будет заново по два биться, и опять победители наверх будут. Так, ну что ж, ребятки, сейчас уже нормально, с вами поздороваюсь, всем привет, ребятки, с вами Флэш, просто не было возможности долго поиграть, и вот перед вайпом, буквально там за полчаса, наверное, сейчас уже скоро вайп, все-таки мне удалось зайти на сервак, конечно, был офигел от острова, сейчас я вам покажу, и просто увидел, что ивент там собирают, и я решил туда заскочить. Сменил ник, чтобы посмотреть без палева вообще, как со стороны, то есть как простой игрок поучаствовать. Ну, вы видели, все прикольно организовано. Победитель получит премиум аккаунт, там, правда, народу очень много. Я посмотрел для себя там кое-что вынес интересного. Конечно, там флуда столько, что невозможно было там что-то сказать. Но это не суть. Смотрите, ребятки, помните, да, вторая серия «Я выселяюсь с острова». Эту серию можно смело назвать «Я заселяю на остров». Вы помните, да, какой был остров, был только мое строение, башня и там еще тот дом, который я рейдил, я надеялся, что он сгниет. А теперь, та-дам, та-дам, новый остров, new. Теперь смотрите, что с ним произошло. Я когда зашел, я сначала вообще посмотрел, на тот ли вообще сервак зашел, это ли мой остров, тот, который был один-одинешенек, стоял мой дом, башня и все. Короче, тут застроили так все, что вообще бежишь, нет даже свободного места, где билдинг не блок. То есть шкафы просто плотную друг к другу. Куча-куча домов, вообще громадных домов, каких-то вышек. Вообще, кстати, мне болт подогнали, я оптику поставил уже на болт, то есть все по фэншую уже, все нормально. Вышка, кстати, оригинально сделана, пилары и на них лестница штурмовая. И достаточно так прикольно смотрится. Короче, остров просто пипец. Ну вот смотрите, что с ним творится. Естественно же... Это накладывает свой отпечаток, что никого из этих домов я не могу рейдить, эти дома. Потому что, понятное дело, что это все мои подписчики, и будет как минимум некрасиво их просто банально рейдить. Такие вот стены, видите, Флэш, пили видос твой, фан слепой, пью. Короче, такие стенки всякие, там Флэш, вон, всякие ники. Вот тут, а Флэш, привет, я Хоней. Короче, ну, застроили. Кстати, мой дом стоит еще, там мне писали, что его рейдили 350 раз. Я только мило улыбался, потому что в этом, ну, это фейк дом, я всегда об этом говорю, и никакого лута там нет. Просто, ребят, жалко, и я просто проверяю, насколько, сколько людей будет пытаться его рейдить. Раза 4 вроде меня рейдили. Потратили кучу всех, кучу ракет, постоянно взрывали. Ну, как бы, блин, ну, смысл вообще, не понимаю этого. Я же никогда не покажу свой настоящий дом. В общем, хотел зайти, записать нормальную серию, но вы сами понимаете, что вот в таких условиях записать ее просто невозможно. Потому что вот эти все близлежащие дома и, возможно, эти, которые даже на тех островках, потому что тут места реально уже банально не хватает. Вон там столько домов вообще, вы себе не представляете. Вот, их рейдить бессмысленно, ну, потому что я знаю, кто это все мои подписчики. Куда-то бежать далеко сейчас, ну, просто это достаточно много времени, и нужно выслеживать дома какие-то новые, ну, смотреть, кто там живет, они жилые, нежилые. Вот, перед вайпом, конечно же, я это не успею, поэтому, как говорится, наслаждайтесь. Вот такой вот серии, это относится к тем людям, которые и смотрят меня, и играют в раз, то есть, вот, благодаря вам, вот, вот такая вот серия не очень хорошая, ну, грубо говоря, получится, потому что делать сейчас, по сути, мне вообще нечего. Куда-то бежать, выискивать новое что-то, это очень много времени уйдет. Как бы, по сути, это, можно сказать, серия дань вот подписчикам, да, такая небольшая.
Типа, ребят, ну классно, что вы строите, все офигенно, но вот из-за этой вот громадной застройки у меня просто очень сильно руки сковываются, и мне придется уже не один-два дня задержку делать в видосах, как я делаю, чтобы я хотя бы за один-два дня успел наиграться, а придется, наверное, вообще на неделю делать задержку, отснять, короче, ну типа как сезон, мини-сезон такой, и потом уже выкладывают видео, чтобы меня уже, ну то есть я как обычный игрок играл, чтобы мне вот таких вот построек не было рядом непонятных. По сути, мне сейчас убивать никого нельзя, все, кто здесь бегает, все мои подписчики, кого не убей, будут все кричать, что флеш, не убивай, привет-привет. Ну, в общем, вот как-то так, ребятки. По сути, да, ресурс у меня есть, просто у меня вот так вот сложилась эта неделя, что у меня не было вообще возможности зайти нормально поиграть. Вот, а сейчас я зашел, но вы сами понимаете, просто идти, какой-нибудь вот этот, допустим, идти дом, или там, ну, неважно, какой дом, сносить просто, делать промышленный снос под ноль, не зная, кто там живет. Там есть там что-то, ну как бы это не в моем стиле, я вообще не люблю, я наоборот люблю там каких-то врагов, там хоп, выследил, где они живут, зарейдил. Вот, сейчас это сделать в принципе невозможно, это будет как минимум просто банально и хреново просто идти с ракетами и сносить какой-то дом. Единственное, меня приколол, это вот этот дом, очень необычный, потому что он стоит буквально, блин, контакт сейчас закрою, сорян, потому что он стоит на одном фундаменте, вот, на одном фундаменте стоит, видите. И вот по сути двух стишек он весь рухнет. Понятно, что это какая-то смотровая башня, но тем не менее хочется, мне хочется его обрушить. Я прям не знаю, прям как специально для меня поставили. Вот, дальше прогуляюсь, попробую на тот остров, но мне кажется, там вряд ли я там что-то найду. Конечно, можно было бы сейчас вообще напакостить. Я-то засек координаты, где проводился ивент. Получается, он проводился где-то вот тут, вот туда, вот, вот здесь вот это стоит мега. То есть мне придется вот такой путь переликать, чтобы там расстрелять ракетами эту всю башню. Не башню, а вот эту арену. Но не хочу людям пакостить, пускай нормальный ивент закончат. Хотя планы реально зрели. Поэтому серия не так вообще, я уже чувствую, что она очень хреновая получится. Это по сути, ну, от безвыходности просто вот надо показать, что произошло, как меня застроили тут и связали мне руки. Сейчас пойду снесу тот дом и, в принципе, наверное, на этом закончу, потому что буквально уже с, там, не то что минуту на минуту, но через полчаса, может, уже будет вайп, и уже хочется с полными силами все-таки начать уже заново играть. О, люди стоят, вот фиг его знает, вот стоят, не убить никого, вышка уже потеряла всякий смысл, потому что, ну, кемперить нет смысла, все свои бегают, как бы, будут обижаться и так далее, ладно. Так, ну что ж, давайте, ребятки, давайте немножко уже рейданем эту вышечку, чтобы ради интереса, потому что банально, я даже, ну, это нужно сейчас убегать, наверное, на километра на два от острова и там только что-то искать, но я боюсь, что не успею. Эти домики уже как бы в воде, и поэтому, может быть, что-то получится здесь. Заодно сейчас проверим стабильность. Я больше, наверное, стабильность хочу проверить, потому что раньше дома не рушились. Если ты весь фундамент выносишь, там они на каких-то пиларах висят, там еще на чем-то, на какой-то фигне. Тут получается один фундамент железный. Сейчас, если кинуть на него две сихи, то, по идее, должно все рухнуть. Даже несмотря на то, что там вход. И все, что там есть, лут какой-то, он должен вывалиться. Ну, мы посмотрим. Так, ну что, поехали, вот он наш домик. Тут достаточно проблематично подойти, потому что реально как-то умудрились на скале прям поставить. Ну, естественно, фундамент, как мы помним, это тоже вылетает с двух металлический. Ставим, отплываем и посмотрим сейчас на красивый бух, надеюсь. Да, как я и пред... А, не, разрушился, смотрите, на удивление, даже лук лежит какой-то. И чувак спит, нормально. Это прикол. Я даже не ожидал, если честно. План постройки выпал с рук. Да, чувак такой просто спящий. А если его убить, он же упадет? Да, упадет. Ух ты, как он красиво. Вот на ник посмотреть, где он тут. Ого, тут глубина. Вот это тут глубина. Ну, короче, странноватый человек строить на одном фундаменте. Но, тем не менее, я хоть проверил стабильность. Я сначала подумал, что он не разрушится. Он как-то медленно так разрушался. Тык-тык-тык-тык-тык, как этот, блин, не знаю, как домино. Да, ребятки, как это не жалко, придется покинуть все-таки свой остров, потому что, ну, сами понимаете, сейчас на нем делать вообще нечего. Тем людям обратиться хочется, которые и смотрят меня, и играют. Ребятки, ну как бы да, классно, что вы как бы заходите на тот сервер, там где я играю. Я вообще не против, но просто допустим, попасть в видео чисто случайно, где-то как-то, может, в какой-то перестрелке, стычке там или еще как-то, это намного, это в тысячи раз круче, чем просто банально рядом со мной поселиться
Я один фиг оттуда уйду, потому что, ну, это как бы бред. Вот кто это бежит? Непонятно. Сейчас он умрет от кровотека, если привязываться не начнем, потому что я попал по нему. Вот кто-то бежит опять с моего острова. Может быть, вычисляют, что я там от него ухожу, или фиг его знает. Но, блин, ребятки, вы заходите на сервак, селитесь, но намного круче. Ну, не так плотно, не надо так плотно, но хотя бы на соседних каких-то островах. Да, хилиться. Вот. Поэтому, блин, вы видите, как насколько как бы усложняете мне игру. Потому что я же тоже хочу как простой игрок играть, а не как ютубер. Блин, ну, надеюсь, вы меня услышите. Это такое, знаете, видео не то чтобы отчаяние, ну просто вот именно показать на примере, что вот, вот так вот произошло. Хорошо, что я еще задержку успел в 2-3 дня сделать, чтобы я успел наиграться. Придется, наверное, в неделю задержку делать. Ребят, какой-то нашел обитаемый домик, уже отошел. Человек с кем-то перестреливается. Тут можно не кислый хэдшот ему в бочину прописать. Смотрите, как хорошо сидит. Ой, как хорошо. Вот это хорошо прорядил. Вот это может быть интересно. Вот, пожалуйста, да, домик чей-то. Так, он сейчас по-любому выйдет себя лутать, 100%. Что-то я зря пошел наверх. Он сидит здесь. Надо еще выше позицию занять, чтобы я полностью крышу его просматривал. Не дать ему залутать. Если я сейчас убью его второй раз, то у него кулдаун, по идее, начнется. Блин, там эта стена. Боковушка закрывает прилично. Во-во-во-во. Все. Сейчас я... Возможно, не дам ему залутать. Он даже, наверное, не понял, откуда его убили. Вот так вот. Чтобы просматривалось все. Я сейчас второй раз его солью, то у него кулдаун начнется. А, у него труп... Там этот, соломенная крыша, он продолбил, труп упал. Видите, нет трупа наверху. Ну, красавчиком, красавчиком. Вон он лутает, вон там что-то выкидывает в этой области. Так, сколько этажей? Раз, два, три этажа, что ли? Ну да, три этажа. Трехэтажный дом, но он круговой. Ну, чуваки тут живут. Это 100%, я уверен, что не мои подписчики. Потому что смотрите, где я нахожусь по карте. Сейчас спрячусь. То есть я уже переплыл, я уже на большом острове, явно тут. Это жильцы уже такие. Но он понял, что за ним следят. Но хэдшоты с оптикой... Во-во-во, выходит. Просто идеально ставить, конечно. Вылез, вылез, ребятки, вылез. Чекает, чекает. Волнуется, чекает. Понять не может ничего. Куда ему прилетело Хейдена. Неужто спалил? Не, не спалил. Не, не спалил. Бегает, бегает. О, прыгает. Что-то там. Так, не, ну а вот это... Я, в принципе, просто не знаю. Я могу прям в сам вайп сейчас начать рейдить. Потому что там говорили, разное время писали, когда вайпы. И я могу прям сейчас начать рейдить, и вайп начнется. В принципе, пофигу. Ну, Типелла явно очень переживает. Так, ладно, ребятки, ну, в принципе, на этом серию закончу. Это такая, знаете, серия, что случилось с островом. Может быть, я сейчас приму решение рейдить этого чувака, будет еще одна серия, завершающая, так сказать, все... Вот сейчас можно промышленный снос здания произвести, тупо ракетами под ноль все снести. Может, так сейчас и сделаю. Вот, но надеюсь, все, кто играет, ребятки, ну, вы поняли, что, блин, не надо так прям плотно селиться ко мне. Я говорю, лучше вы случайно всегда в видос попадете, это в 1000 раз круче и естественнее, чем специально там подходить, флэш, выйди, это, ну, как-то это не очень. Все, ребятки, с вами был Флэш, увидимся в следующем видео.